Сначала теннис, потом биатлон, а теперь бокс. Вся жизнь 17-летней Виктории Крайновой связана со спортом. У девушки множество кубков и наград. И вот еще одна победа в копилке спортсменки – золотая медаль международного турнира «Кубок наций», который прошел в Сербии. Чтобы победить, у Виктории есть свой ритуал. Перед соревнованиями она составляет плейлист с мотивационной музыкой. Это помогает настроиться на бой. Соперница у меня была местная, из Сербии. Она на год меня старше была. Ну, бой прошел хорошо, где-то тяжело даже было, но я справилась. Да, для меня это были важные соревнования, выездные, заграничные. Ну, я справилась с ними. Также это плюс опыт в моей карьере. Это только перед камерой Вика выглядит застенчивой и хрупкой. На ринге она не оставляет шанса никому. Свою сербскую соперницу в финале соревнований девушка выиграла со счетом 5-0 и принесла в копилку сборной России золотую медаль. Отец Вики говорит, что ее победы и везение, потому что она человек Божий. Особенно я хотел поздравить, благодарность выразить твоему папе, который каждый день привозит ее на тренировку. Каждый день вывозит ее с тренировки. Он болеет душой за нее. И поехав на соревнования, Вика не даст мне соврать. Она попросила у меня шлем синий. У нее не было его. А это было так. И мы с волей Божией пошли на наш склад. И в одной коробке оказался один вот этот синий шлем. Папа пришел, говорит, она человек Божий, поэтому ей, говорит, и этот шлем и достался. Достичь таких результатов Вика смогла за 3,5 года упорных тренировок. Впереди у юной спортсменки серьезные международные соревнования «Жемчужина Адриатики», откуда ее тоже ждут с победой. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.